Названы страны с самым дешевым электричеством. На каком месте Таджикистан? Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего новостного канала «Султан Ти-Джей Ньюс». Мы рады, что вы с нами. Итак, начнем. Электричество в республике оказалось дороже, чем в Кыргызстане, и дешевле, чем в Узбекистане. Таджикистан занял 6-е место в мировом рейтинге самой дешевой электроэнергии для населения. Согласно данным исследователей, 1 кВт-час в республике стоит 0,23 доллара. Цена электричества в Таджикистане оказалась ниже, чем в Узбекистане, и дороже кыргызских ресурсов. Так, в Бишкеке 1 кВт-час стоит 0,17 доллара, а в Ташкенте – 0,27 тысячных. При этом самая дешевая электроэнергия в мире – в Ливии. Жители страны платят за 1 кВт-час всего 0,7 доллара. Дороже всего этот ресурс стоит на Соломоновых островах. Здесь за 1 кВт-час отдают 0,591 доллара. Ранее стало известно, что Таджикистан в 2022 году вернется в единую энергетическую систему Центральной Азии. В нее также входят Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Южный Казахстан. Это принесет республике большую прибыль, особенно после запуска Рагунской ГЭС мощностью 3600 мегаватт. Напомним, еще зимой 2021 года Таджикистан испытывал проблемы из-за недостатка электроэнергии. В стране вводился лимит на использование ресурсов, и некоторые регионы ежедневно оставались без света. Данные меры власти страны объясняли сокращением воды в Нурекском водохранилище. Кроме этого, из-за наступления холодов жители республики стали использовать больше электроэнергии. Дефицит ресурсов поспособствовал усилению контроля за их использованием. Так, в Таджикистане сформировали специальные комиссии, которые проводили разъяснительные беседы о рациональном использовании электроэнергии с жителями и выявляли нарушителей, избегающих счетчиков. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. Жду ваших комментариев. Спасибо, что вы с нами.